Отправляясь в погоню за хорошим снимком, понимаешь, что предстоит долгая работа. На некоторые фотографии мы можем потратить дни, даже недели. На некоторые могут уйти годы. Впервые это место я увидел 3 года назад. И сразу же в голове родилась идея очутиться на самом верху, чтобы сделать заветный снимок. Договориться с администрацией охраны насчет доступа не представлялось возможным, поскольку и те, и другие отказывались вести диалог. Первая попытка была предпринята без какой-либо подготовки. Оказавшись на месте, я попытался пробраться по прилегающей охраняемой территории прямо к пилону. Но охрана не дремала. Камеры и датчики движения не дали осуществить задуманное. Через год, вновь оказавшись в Москве, вдвоем с подругой, мы попытались во второй раз забраться наверх. Чтобы обойти охранные системы, мы решили зайти со стороны воды и, облачившись в гидрокостюмы, поплыли по реке. Оказавшись на основании пилона и едва начав карабкаться по конструкции, вышедшая охрана быстро погнала нас. Теперь, учтя все предыдущие провалы и нюансы, я вновь отправляюсь на штурм. Зачем все это? Ради фотографии, у которой своя история.